Всем привет, мы будем продолжать играть в World Conqueror 3. Сегодня у нас кампанию будем проходить. Вот это вот миссия. Высадка в Северную Америку. Сразу же уничтожаем городок. Пятьдесят семь мало. Так. Сюда можно на Василевского назначить. Вот сюда Конева. Я думаю, так можем взять. Сможем взять город. А если его побомбить? Так, нет, у нас тут не 4000 золота. Поэтому пока что так будем. Сейчас добью и возьму город. А зря начал атаковать вот это вот. Как? Лэндфорд. Фух, здесь. Не, ну, придется уже атаковать. Я не так хотел походить. Отбили город. И тут некуда стать. Нету места. Все вражеское. Все, нету места. Почему проиграли? Нету места. Ну, он не может никуда нормально. Ну-ка, вперед. Вперед тоже никак. Ну, вот так, значит. Вот, чтобы хотя бы так отступил. Вот, сразу все хорошо стало. Можно идти атаковать. Здесь вот. Здесь я хотел сказать то, что вот это можно поставить. Но не договорил. Так. Тут. Подмоги нету. А, плевать, атакуем. Так, у него сколько хп? Очень много. А если я ударю по Нью-Йорку? А по Вашингтону? Ну-ка, допустим, Вашингтон сначала. Ужасно. Просто ничего не... Ну вот, что значит повышенный уровень сложности. Хотя это не самый сложный уровень. Это сейчас будем проигрывать. Ну, не будем, но... Все-таки долговато играть будем. Так, куда лучше? Ну, в город, допустим. А вот и нет.
Да, пока мы эти все города возьмем. Так, за сколько городов... Ой, за сколько городов? За сколько ходов мы должны... За 22. Допустим. Ну вот это что сейчас делать? Здесь, ну, мясо, мясистое мясо. Вот сюда. Хоп. Не, ну сюда нужно. Да, думаю, потому что... Ну, оставлю чуть-чуть хп. Потому что это бы артиллерия Катюши. А у них тоже так называется, у американцев? Да, я думаю, нет. Как-то. Рокет артиллерии. Вашингтон. Не добили. Все, копим деньги. Не, ну надо помочь им, потому что они сейчас проиграют. Вот этого не буду атаковать. Слабенький. И думаю, он там надо будет брать, но это потом. Сан-Франциско. Сколько, во-первых, у него хп? Угу. Так сам... Ты кто? Угу. Макартур. Ой, тут без сопротивления иду. Хорошо. Куда стрельнуть? Не, ну сюда. Сан-Франциско. Давай. Оп. Так. Два раза сейчас ударит этот танк. Был выбор стрелять в Нью-Йорк, либо... А вот усаживаться можно. Либо ну, либо занимать Вашингтон. Ну... Вы видели то, что я выбрал. И неужели? О, здесь подходит генерал. Сто монет есть. Чем я не походил? А, это... Это второстепенно. Ох! Куда он подошел? Ой, как плохо все. Не, а, хотя у меня тут корабли есть. И добью. И мне еще сдачи начали. Сдачи начали давать. Опа. Тут атакуем вот так. Потом вот так. И хорошо. И замечательно. Хоть мину на всякий случай. Угу. Дальше пока что бьем бункер. Что он, конечно, подошел сюда. Не, ну я его смогу добить. Тут танк построим. А, он прошел мимо. Это же нечестно. Вот так. Хоп. Оп.
Все, наконец-то. И здесь вот это вот. Вот этот кораблик маленький. Ну все, такое. Здесь бойня началась. Блин, как это скучно. А что можно? О, так быстро ход закончился. Ладно. Ну, я как говорил, на вот этого дура, ну, не буду использовать на него, короче, выстрел. На него, на вот это могу. Оп. Все. Хоп, потом до сюда достал. Оттуда вода, отсюда. Вот. Хэви танк. На него мы назначим вот этого Роммеля. И сюда надо какого-то генерала потом назначить. Ну вот этот танк, например, Гудари. Хоп. Все. Нужно взять с такой мощью. А что я неправильно сделал? Может, и не возьмем. Взяли. Ну, тут вот сюда ставим. Оп. А, ну здесь с этими кораблями. Ну, можно вот пойти вот сюда сплавать. Уничтожить эту пушку. Все, минус город. Даже так быстро. Ого, как сильно лупим. Ну, конечно, все сильные генералы туда пошли. А сюда Гудериан. На. Не добили. Продолжаем. Хоп, сразу город заняли. Вот как нужно играть. Сразу занимаем города. Ну, здесь, значит, хотят нас убить. А все, Эдмонтом из Сан-Франциско. Парашютистами не достаю. Так. А у тебя сколько хп? 200. Ну и понятно, куда мы ударим. Ионной пушкой. А здесь мы готовим ядерный удар. Вот так сделаем. О, Горинга, где он? Вот он. О, на кого же мы идем в атаку? Хоп, хоп, сразу все раз. Поломали. Как это называть можно? Такой наглости нет предела. А, они... Посмотрим, короче, в следующем раунде, куда они пойдут. Бух, бух, бух. Все, ведется уничтожение всего. Это мы сегодня чисто просто за аксисов доигрываем. А знаешь что? Фигак.
О, хватило. А, нельзя больше производить? Нельзя. Ракет тоже нету. Чё-то всё, ну, фигово. Один раз так вот. Хоп. Отлично. А ядерная бомба готова? Естественно. Хоп, если не хватит, добью все равно. Не хватило. Ох, плохо все-таки. И два раза с этого танка не выдержал. О, даже с первого раза. Ого. Даже так вот можно. Потом вот так вот один раз по хребту. Вот, о, все. Вот и готово. Серебряные звезды. Ну и вот спустя такое нормальное время, наконец-то конкурс сделали. И на золотые звезды. За Германию. Прохождение кампании. Все. Аксисы. Конец. Теперь дальше мы продолжим. Ну, сначала заберем тут. А, ну тут больше. А, даже фейлор был не. Ты. Три подряд мы сделали. Четыре. О, это же рекорд. Какие-то дикие задания. Просто жесть. Вот это для нас. Танки не нужны. Опа, 75%. Астана. Попозже. Здесь. Все. Дофигища артиллерии нужно. Ну, здесь можно попробовать. Потом. Да нет, это надо. Вообще заданий нормальных нету. Для вот этого вот надо что-то для генералов. Вот сюда пробуем. Да. О, 43. Хоп. 40 все. Луна еще строится. Вот, а мы идем дальше играть за НАТО. Золотые звезды. Фух, самая сложная сложность. Ну, в прошлый раз у меня еще не было ионной пушки. 506 хп. Сразу вырубаем. Да, сюда. Конева, скорее всего. А на этот танк Роммеля. Здесь вот так. И Флетчера. Как мы, в принципе, в прошлый раз и делали. Сюда это кто? Это вот эти команды Горинга. И ракетой. Все самого жука. Ой, в какого жука? В Конева.
Тут подойдем сюда, чтобы нам потом этот город не пришлось возвращать. Хотя его и не написано, что нужно удерживать. Удержать нужно Сан-Франциско. А забрать Аляску и всю Канаду. Ну и всю. Да кей, нажимайся. Вот. Не хватает. Не хватит на ракету? Нет, не хватит. Начинаю. Не, ну на такую атаку я не буду тратить. Сейчас субмарину поставлю. Что, минус новиков? А нет. Ладно, добиваем его все равно. Теперь Ишак. Будем воевать против Ишака. Не знаю. Так. Не... О, хватило. А куда бить? А вот сюда бить. Шесть хп. Шесть хп. Так, ну и добил. Вы что, издеваетесь надо мной? Ууу, да кто-то вообще как-то легко проиграть. О, как будто СССР вздомал свои города на хпшке. Ну, бессмертно. Все, СССР. Так, ну, добьем. Столько у него хп? Два. Что два? Ноль должно быть. Какая жесть. Ну-ка, добью и смогу женять. Потом смогу вот так атаковать, да? Да. И высадиться смогу. Неплохо. А конев, если хочет, пускай бьет. Скоро мы ему отомстим. Вот он вообще вышел. Назад в туалет пошел, понял? Свой отказ за это будет. Так, Конев против Конева. Фигак. Гудерин, Ромелю против Конева. Перепуталась. Выиграл маленький танк. Хоп, думал, отвлечешь нас? Нет. Один город осталось занять. Одна высадка и все. Серьезно? За 7 ходов. Изи.
Первый значочек НАТО золотой. Теперь вот это. Здесь у меня уже... Нет, не было вроде бы. Или было? Не помню, короче. Флетчер будет нам помогать. И высадка будет проводиться. Ты какой танк? Хэви. Хэви? Хэви. Роми. Да, вроде бы были у меня уже ионная пушка была. Или не было. Ну и да, сложная сложность дает о себе знать. И плевать. О, я могу еще и не долететь. Вот, да, я все-таки прокачался, значит. Долетел. Болгарию надо взять. Нужно взять Сталинград, это вот это. Оп. Хорошо, конечно, Египет сопротивляется, но это же ему все равно не поможет. Почему тут города нету? Здесь, я помню, ставил Горинга. Но сейчас я не буду его ставить. Ну что? Сколько хп у жука? Подожди. 402. А теперь вот нету. А у него... Ну... Ну... Ну-ну. О, финны скоро потеряют. А ты кто вообще? Аучин леск. Блеск для губ, что ли? Опа, и не взяли городу. Хоп. Нифига себе, он живучий. А, я еще с этого не атаковал. О! Вот так, и не лохан. Ой, как хорошо. О, в атаку. Супер хорошо получилось. Так, а ядерная бомба нужна... Мне зачем-то, поэтому я ее сразу активирую. А, вот сюда брошу. В Болгарию. Главное еще, чтобы Рим не взяли. Хоп. Почему я сразу начал играть за НАТО, а не за ВТО? Как он это? Не, кстати, как расшифровывается ВТО? ВТО. Это, ну, за Советский Союз, там, за Китай, за коммунистические страны. А что за... Вот его. Вот.
Варшавский Тройственный Союз. Ой, пак. Вот его, нет. Варшавская Тройственная Организация. Всемирно Здоровая Организация. Организация Здоровья. Да не знаю. Организация Ужаса. И до сих пор не могу добить Баграмяна. А, это же Жаковский. Ну, я просто привык. Видно, что играл в конквесты. Хоп. А здесь, кстати, Югославия воюет за СССР. О, здесь помогать нужно. Достану. Я прокачан сильно, но... О, достану. Сколько у него хп? Ого, да не, 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 это как бы... А я только что потратил. Так вот, в кого мы кинем ядерку. В Паттона шибанули. А знаешь что? Я думаю, ты не знаешь, что. Тоже ответку лови. Откуда у СССР столько артиллерии? Я знаю, конечно, было много в реальной жизни. Но здесь... Не, вот так и добили. Оп. Нет. Завершаем ход. 32 минуты записываем. Для меня прошло гораздо больше, потому что я начал играть за Аксисов в 1000. Так, ну чё, крыша поехала. Конквест я за них прошел. Ну, ты... Точнее, компания. Фух, долгое продвижение на Кавказ. Так, сейчас я знаю, куда мы пальнем с ионной пушки. Пух, и нич. Допустим, можно вот сюда встать. Атаковать вот сюда. Ужасно, как же тут долго надо сражаться. На, там, хоп, хоп, хоп. Все, добиваем этого дурака. Это на нас? Ну вот и все. До свидания, конец, спасибо. Ядерное оружие одно есть. А сейчас. На. Десять ходов. Серия называется НАТО, потому что не я с НАТО играю, а то, что в самом начале за нацистов. Ну это так. На. А хотя ему плевать, ему же плевать на все. Эх, ну здесь я буду спамить артиллерию.
I shall destroy the enemy with my gunfire. They will tremble. Tremble. As long as they hear my name. Знаешь что? Ша! Да! Да ты чё? Серьёзно? Серьёзно? Ты что, не верил, что? Не знал. Или не верил? Или всё-таки не знал? Или не верил? На. На. На, блин. Придется смолять ракетой. Вот так вот. 75, 60. Вот так вот. Все, добили 100%. Хоп, хоп, заняли город. Так, ты что? Ты ничего. На. На следующем ходу мы должны вообще выиграть. В общем. А как это называть? Уровень компании? А, ну, правильно все. Сразу и сказал правильно. На. Все. End. Фин. Что? Афины? Я не успел, получается. Чуть-чуть не успел. Уже. Ну вот это слава богу, то, что хватило денег. Опа. Ну вот, это была недосерия, потому что мы только проходили то, что не допроходили в предыдущих сериях на золотые звезды. То, что мы сейчас проходили НАТО на золотые, это виновата игра. Потому что она мне не разрешала играть сразу на золотые. Ну, то есть, я пришел на бронзовые, на серебряные, а на золотые уровень нам подавай. За аксесов, да, я виноват. Потому что, ну, это жестко. Девятая миссия за аксесов и десятая, ну, это жестоко. Вот, ВТО, как оно расшифровывается? Первая миссия — это Корейская война. А как... А вьетнамская тут, я так понимаю, не будет, потому что вместо вьетнамской войны здесь Pacific War 2. Hold the ground. Ну, вот эти вот я еще не проходил. Маленькие. Это они будут... А, один уровень. Это потом еще будет 2, 3, 4. Так, весь мир заставлен будет. Жестко. Ну, я не знаю. Нам начинать, что ли, третью миссию? Или так завершить? А в следующей серии получается, что у нас... Ну, давайте на бронзовые звезды. Я хочу посмотреть, где будет четвертая миссия. О, Бангкок. Опачки. Ждем 9 секунд. Пока что здесь посмотрим, что... Этот город не возьмем. Это надо для супергенерала. Опа. Не получилось взять? Пф, зачем он надо? Так, кому нужны танки? Тебе нужны танки. Ой, тебе. Не, ну мы этот город возьмем только с помощью супергенерал. Ну-ка, допустим, это хочу взять, да? Ой, оп. Ужасно. Ленинград. Вот этого. Ну, тут уже на везение. Да, но это бесполезно. Вот сюда давайте. А, супер бесполезно. Wonder. 51 день. А, мы можем даже посмотреть, сколько здесь построено. Оу, 60-й. Оу, мы генерал можем взять. Сейчас что-то жестко пошло. Качаем, во-первых, пехоту. Максимум. Осталось корабли.
А, максимально это 12 уровень. Осталось артиллерии. Нам надо качаться на 65 уровень. Так, карты. А вот, да блин, куда я вышел? Не, ну это открывается долго, вот это вот все. Это потом. Это в Южной Америке вроде бы. Говорит, пирамид, они нам точно дадут эту постройку, если я пройду за Египет, например. 1950 и 60. Ну, вообще, наверное, за любой год. Я так думаю. Опера Хаус. Наверное, если за США пройду. Марс. Но это тоже ждать, пока построится. Сателлит тоже, вроде бы, не знаю. Вот это надо проходить, скорее всего, за Индию. Вот это за Индию. Это я не знаю, что это вообще такое. Это тоже не знаю, что. Ну, короче, я понял то, что нам нужно играть за Египет и за Индию. Что у нас тут? Нидерланды. Я вам говорю, 46 ходов я запомнил, я играл. Я, то, что запись сдохла, я не виноват. Румыния, ну это правильно, ну, буду за Румынию. Давай за Польшу. Но здесь будет тяжело играть, потому что здесь на меня сразу куча генералов бежит. Он, вот этот слабый, вот этот вот лох. Вот. Ты вот нормальный. Ты вообще супер генерал. Ты такой тоже лошок. Ты норм генерал. Ты такой чуть-чуть лохозаврик. Ты читер. Ты лошара. Ты вот это супер генерал. Вот это норм генерал. Вот это норм генерал. Вот так. И как играть? Никак. Правильно. Да, и за Румынию, конечно, будет как за Венгрию. Только уже, думаю, не за 69 ходов. За Болгарию играл. Румыния. Так. Здесь я рассматривал, да, Беларусь? Это просто какой-то квадрат. Где еще квадратные страны? Польша похожа на квадрат. Румыния похожа на квадрат. Отлично. Египет похож на квадрат. Здесь вот именно. Потому что здесь он не похож на квадрат. Кто еще квадратик? Кто в Майнкрафт переиграл? Здесь в Майнкрафт переиграли Испанию. Она, кстати, в тысячу... Ну, в многих вообще годах переиграла в Майнкрафт. Соединенные Штаты переиграли в прямоугольник. Эх, не будем мы уже, как вы поняли, играть за Францию. Потом покажу, где. Вот здесь, за какую страну начинать? То я начал за Болгарию, проиграл. Чуть за Норвегию. Ну, за Норвегию тоже, на самом деле. Из-за телефона, ну, из-за записи. Из-за дурекордера вот этого. Он только компанию нормально записывает. За Иран играл. За Иран играл, за Болгарию играл. За Норвегию. За Таиланд, конечно. И все вроде. Много раз пытался за другие страны играть. Следующая будет Швеция. Не знаю, почему я так решил, но мне так захотелось именно сейчас. Может, потом поменяю, не знаю. Вот, пока что все. 360-го. 375-го уже есть страна, за которую мне надо играть. Вот, Middle East. Давайте хотя бы посмотрим, что там. Нифига себе. Так он тут рядом вообще, Советский Союз. В Эфиопии. Я это Судан. Другая Франция это...
Центральноафриканская Республика. Не, Чад. Чад. Румыния, это Северная Ливия. Болгария. А это какой танк? Вы посмотрите, как он выглядит. Не, вы посмотрите. Вроде за Францию никогда не играл. Ни в каких... А, нет, уже обманывал. Играл в 1943-м за Францию. Ладно, все, всем пока, ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал. Всем пока-пока-пока и удачи.